Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Вчера получил бочку от Виталия Воробьева. Распаковал ее, ну, предварительную посылочку я показывал в своей группе ВКонтакте. Там вперед все появляется, так что вступайте в группу. Сегодня начал вот внимательно уже рассматривать бочку. Внешне эта бочка выглядит меньше. Ну, меньше, буряковская, чуть длиннее. Но вот эти места, уторы, здесь они больше сделаны. Внешне она такая, ну, довольно-таки массивная, тяжеленькая. Клепка толстая. Обручи такие основательные, видно, что ручная работа. Подставочка такая вот хорошая. Пробки нету, не пришла без пробки. Не знаю, Виталий, может, ее и не делает их. Бочка у меня это первая от него. Черешечный дуб. Как видно, что на уторах нету знака Бондаря. Ну, раз нету, я что-нибудь свое потом сделаю. Обычная винная пробка довольно-таки хорошо встает. Примерил. Мне сойдет. Также Виталий мне вот прислал посылки, было выиграно еще в январе мной щипа из белого дуба американского, бочек, который он перепиливал. Но у нас с ним сразу был уговор, что я ее не буду получать, пока не бочку мне не сделает, и чтоб все сразу выслал. Вот моя бочечка пришла. Тут небольшие были с транспортными компаниями, но это не в тему. Щепу я еще не открывал. Вот сейчас хочу поглядеть, что там. Вот так вот будем делать. Ну, обрези довольно-таки, видите, от вина запах балдежный. Тут вот видно винный камень. Ну, шикарно, шикарно. Вообще, такие хорошие брусочки. Причем вот из такого, я думаю, можно даже сделать аккуратненько пробку на бочку. Ай, красота. Ну, попробую настоять на этих брусках, обжечь их. И настоять. Что получится, попробуем. Ну, скажем, шикарно, шикарно. Виталий, тебе спасибо большое. Ссылочка на Бондаря будет в описании внизу. Цена бочки 3900. Мне ее не подарили, я ее купил. Заплатил за доставку тоже. Я ее сделал брошюровку на ней. Здесь подпишу что-нибудь. Лощить я, наверное, не буду ее. Только брошюрование. Мне больше нравится, когда она красивая, темненькая. Я доволен. Итак,
друзья, душа не выдержала, посчитал, что вот эту бочку я вымочил Воробьева. И сейчас залил уже кукурузу. Тут везде у меня стоит кукуруза. Нет, в бонпост я залил рис. Бруяковская и Воробьева. По объему, что я могу сказать? Объем 15300 у Воробьева и 16700, по-моему, Бруяковская. Внешний вид, ну, вот так вот получается. Разница у них выглядит. Если вперед у них выровнен, то сзади расстояние вот так. Ну, в целом я бочкой доволен. Ни капельки нигде она не пробежала, не закапала, не вспотела. Чтобы бочка не бежала, любая новая. Я в предыдущем видео рассказывал про вот эту бочку. И там рассказал небольшой секрет. Смотрите, сверху там ссылочка сейчас выплывет. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка внизу. Всем пока. Вкусных напитков вам. Хорошего дня.